Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня покурим сигару Каса де Гарсия Черчилль Мадуро. Формат, значит, сигары нашей, как следует из названия, Черчилль. Такая достаточно массивная сигара. Покровный лист такой сигары Мадуро. Но, друзья, мне, честно говоря, я под впечатлением немного, потому что, ну, никакой это не Мадуро, конечно. Ну, во всяком случае, не тот Мадуро, который мы привыкли видеть на сигарах. То есть, ну, он явно светлее. Во-вторых, он не очень высокого качества. Вот обратите внимание на жилы какие-то на покровном листе. Ну, не знаю. Давненько я не курил такого качества сигар. Хотя, опять же, повторюсь, я уже неоднократно эти сигары курил. Это сигары низкого бюджетного сегмента, поэтому как бы к ним предъявлять требования о сигарах, как сигарам, вернее, люксовых брендов, я думаю, что не стоит. Итак, попробуем сигару обрезать. Ну, такой же табак, как и на срезе, ничего нового, что у нас тут в незажженном виде. Но покров не очень ароматный, еле уловимый. Нотки шерсти, немного кожи, очень мало. Ну, на срезе тут поинтереснее. Тут немного вяленой рыбы. Сырая кожа, опять же. Послевкусие перец. Да, кожа доминирует. Крутка, друзья, у сигары очень плотная, но, к сожалению, не очень равномерная. То есть вот здесь вот наполовину тела сигары очень плотно скручен, потом такой легкий провальчик идет, она даже немного кривая в этом месте, видите? И, соответственно, опять шапочка очень плотно скручена. Ну, не первый раз я уже курю эти сигары, поэтому тяга должна быть нормальной. Ну, посмотрим. Ну, друзья, если не сказал, сигары из Доминиканской Республики. Друзья, перехвалил, тяга очень плохая. Сигара практически не тянется. Еще тогда он пипир не доследил. Нет, друзья, что-то не тянется вообще. Ну и пошла немножко. Трава свежесть кожи, немного вяленая рыба. Сырая кожа тоже. Морская соль. Начал перец черносливом появляться. Ну, занятно, друзья, покурим и в своих ощущениях о сигаре в конце видео расскажу. Так, друзья, докуриваем нашу сегодняшнюю сигару. Что могу сказать о курении, друзья? Ну, практически до последней трети очень плохо сигара тянулась. В связи с этим очень бедный вкус, ароматика выдавала. И
определенный дискомфорт при курении получался. Так что у нас в ароматах, ну, наполовину сигары соль и сырая кожа, в общем-то, практически больше ничего в сигаре не было, но за исключением легкого перца, который в последней трети просто чуть прибавил, то есть практически вкус у сигары не поменялся. Друзья, что у меня получилось по оценкам? Ну, внешний вид 2 из 3, грубовато сигара выглядела. Запах в незажженном виде, покровник 2 из 5, на срезе 3 из 5. Тяга, ну, соответственно, 1 из 3. И аромат у меня получился 7 баллов из 15. Итого, друзья, 15 баллов из 31. Интересная сигара, друзья. Другие сигары, которые были более мелкого формата, они мне понравились гораздо больше, чем это. Вам спасибо за внимание, спасибо, что выслушали мое мнение до конца. До новых встреч!